Он был одним из тех первых фанатов черному космосу верных. С кафедры задолго до того ему звучал голос, как русские американцы поднялись в космос. Он был бриллиантом другой эпохи. О нем в истории космонавтики строки. Карьера упорного не без перца. Ему запретили летать из-за сердца. Тогда он стал помогать другим летать другим. Всем космонавтам стал любим. Он был бриллиантом своей эпохи. О нем и есть в истории космонавтики строки. Для расчетов.